Тем временем в США продолжаются акции протеста, так или иначе связанные с политикой Дональда Трампа. Знаменитый университет Беркли в Калифорнии закрыт из-за массовых беспорядков. Студентам запрещено передвигаться по территории вуза. Протесты начались после того, как студентам объявили, что к ним приезжает с лекции британский журналист, известный своими ультраправыми взглядами. Он критикует ислам, феминизм и политкорректность и, как считают студенты, поддерживает Трампа. Они потребовали отменить лекцию, но сами повели себя чуть не политкорректно. Стали бить стекла, взрывать петарды и даже устроили несколько поджогов. На ситуацию в Беркли уже отреагировал президент. Дональд Трамп пригрозил лишить вуз финансирования.